Всем привет! Сегодня я буду строить из лего набора. Тут, кстати, два набора, и вы спросите, почему там написано по-английскому Владимир Дивиденко. Это просто телефон моего дедушки, а мои видео надо смотреть и ставить пальчики вверх. Давайте же строить из лего. Мы сейчас с вами построим... Вот такой набор. Вот так все в пакете упаковано. Так вот покупаем. Вот так. Здесь какие-то герои есть. Есть вот такая вот девочка. Вот, смотрите, вот такая вот девочка. Такой вот мальчик. Еще вот такой вот мальчик. Вот. Два мальчика, вот девочка и еще одна девочка. И еще один мальчик. Видите, какая-то милая собачка. Конечно, она не из лего, но вот все-таки собачка. Вот такая вот девочка попалась мне в киндере сюрпризе. Я ее сюда положила. Так. Сейчас мы с вами построим маленькую кабинку. Я не хочу строить большущий такой замок. В следующем видео вы посмотрите, как я дострою его, какой он у меня получится. Вот такой вот лего. Смотрите, тут можно построить целый город. Вот такой вот город можно целый построить. Ну, надо еще наборы докуплять. Будет вот такой вот целый город. Такой это вот поверхность. Вот. Сейчас мы с вами построим маленькую такую вот кабинку. Вот. Открепляем вот это. Вот. Такая вот желтенькая штучка. Это для девочек. Есть похожая и для мальчиков тоже, кстати. Можно сделать двухэтажный. Даже двухэтажный. Но двухэтажный у меня нет специальных штучек. Есть еще вот. Вот так вот она раздвигалась. Это вот так вот. Вот так вот. Это с моего второго набора. Я вам его не буду показывать, потому что он у меня в другой комнате. Вот такой вот торт. Он крутящийся. Вот. Крутящийся. Так. Мы его крутим. Так вот. Есть такая вот, смотрите, сюда садятся вот наши человечки. Посмотрите, какой худенький мне попался. Так толстенький, а там худенький. Так вот, садимся вот сюда. Вы заметили то, что тут вот всякие разные для купания, серфинг и так далее, да? И вот торт это с другого уже набора. Там был магазин вот еще для серфинга. Всякие разные. Еще вот всякие там и розовые. Все такое. Давайте сейчас мы вставим в наш окна. Двери. Вот даже двери открываются. Можно ручку приделать. Где это у меня была дверь с ручкой? Вот эта дверь. Нет, это не дверь. Ну, оно, наверное, в том наборе. Половина из этого набора, половина нет. У нас непонятненько так идет. Так, вот такие вот тут разные вот двери сюда вот вставлю. Видите, как у нас получается. Двери сюда не будем вставлять, потому что тут на тройка, а у нас тут с вами не тройка, а четверка. Вот такие вот две троечки мы лучше поставим. И сюда какие-нибудь еще причиндальчики. Вот здесь будет стоять дверь. Достраиваем дальше. Все. Обстроили. Таким вот образом. Еще можно двойные сделать. Двойными вот здесь вот обложить. Но я возьму, пожалуй, вот обложу, потому что тут по-другому вот никак. Сейчас только так.
Мед. Так вот сделаю, он будет кружиться. Сейчас я вам покажу. Вот так. Дальше строим. Ой, упала. Ладно. Сделаем вот так. И поставим вот такой вот кружочек. Так, у нас получилась вот такая вот закрытая вся вот тут. Только тут вот такой вот квадратик. Мы его не будем закрывать, это будет наш вход. Такой вот вход будет большой. И с этой стороны можно входить со двери. Да. Вот, можно сделать еще тут такой второй этаж. Но делать мы его не будем. Смотрите, какая пузырчатая. А ну-ка, я вас вижу. Такая вот пузырчатая, ее сюда можно прикрепить. Можно вот еще тут, если плаваешь, то одевать на себя. Вот есть такие вот цветочки, смотрите. Красивенькие. Есть вот для плавания, сейчас, подождите. Вот. Не знаю, где тут она. Вот это торт крутился, штучка. Сейчас я торт прицеплю и покажу. Торт мой. Вот, его просто надо вот так вот катать, он будет крутиться. Понимаем, да-да-да. Так, вот такой вот, смотреть, я вас не вижу что-то. Да. Давайте с вами доделать. Доделываем до конца нашу с вами такую дорогу. Это и дорога, и не дорога. Я сама не знаю, что это. У нас будет получаться такое что-то небесомное какое-то. Какое-то не такое-то тут. Что-то. Что-то не то тут. Понимаем, да? А вы вот... Вас спросите, напишите в комментариях. Вы знаете Трум-Трум? Подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь на Трум-Трум. Ставьте колокольчики, чтобы не пропустить моих новых видео. Так что вот так. Такие вот дела. Мое первое видео вообще здесь было. Это посмотрите его. Это мое первое видео, не где я делаю бабочек, а где там у меня, это, танцует мой Том. Да, я скачала себе Том, и он там танцевал, который в гараже, знаете, там его бьешь, там еду ему кормишь, там все такое. Вот я его скачала, только это был другой, какой смешной квадратик. В следующем видео я вам думаю показать вам фокусы. Как сквозь мою щеку, например, что-то проходит. Это мне подсказал канал Трум-Трум. Да, и я сама знаю еще не пару фокусов. Вот Трум-Трум, подписывайтесь на канал Трум-Трум и, конечно же, на мой канал. Потому что Трум-Трум это очень хороший канал. Он вам поможет там, вот найдите в интернете и подпишитесь на него. И вы знаете ли, еще очень хороший канал, я хвалю, это Мисс Кейти и Мистер Макс. Очень хорошие каналы тоже, знаете, так приличненькие. Вот, и вот на мой канал, естественно. И Нюся ТВ, такая вот собачка, помните, я вам показывала, Нюся ТВ, ну, и вы, наверное, все знаете, кто меня смотрит, или только начал снимать свои видео, тоже, как и я, у меня нет ни одного просмотра, только мои просмотры, ни одного комментария, ни одного ничего, посмотрите, пожалуйста, ну, может, вам понравится, ставьте колокольчики. Смотрите, что у нас получилось.
Давайте посмотрим. Вот такой вот домик. Смотрите продолжение, как я его буду достраивать. И, конечно же, я его буду достраивать и сделаю большой замок. Только это будет не следующее мое видео. Следующее видео я вам покажу фокус. Всем пока-пока. Ставьте пальчики вверх. Много сотни лайков. И всем пока-пока.